от сердца к сердцу. Только этот путь я выбрала тебе. Он прям и страшен, стремителен, с него не повернуть. Он виден всем и славой не украшен. Я говорю за всех, кто здесь погиб. В моих стихах глухие их шаги, их вечное и жаркое дыхание. Я говорю за всех, кто здесь живет, кто проходил огонь и смерть, и лед. Я говорю, как плоть твоя, народ, по праву разделенного страдания. Мертвым не надо почета. Всякая благодарность ниже их подвига. Борьба не окончена, сказали бы погибшие. Мы не последние жертвы, которые принесет человечество в своем движении к свободе и истинному равенству. Сегодня, в день похорон геройских жертв русской революции, мы не только с песнями братской печали хороним их, но и клянемся мертвым жить. Жить, как яростно жили они. Жить. Верить, как верили они. Верить. Мечтать, как мечтали они. Товарищи, я не хочу вводить в заблуждение ни вас, ни себя. Ваше желание построить коммуну в местах ссылки и каторги прекрасно. Но вам придется ожесточенно драться за свою мечту. Россия рожает коммуну в муках большой крови. Идея двинуться вглубь России не одиночными семьями, а организованной массой рабочих, крестовым походом рабочих. Прекрасно. И вы поезжайте. Обязательно поезжайте. И помогайте России строить коммуну. А главное, организуйте бедноту. Сплачивайте вокруг себя мечтателей, фантазеров. Короче говоря, организуйте советскую власть на мечтах. Без фантазии в такой стране, как Россия, начинать революцию было нельзя. О, пусть мой друг внимательно вглядится сквозь дымное туманное стекло в их вдохновенные простые лица, в то, что бессмертно, хоть уже прошло.
Да, в нынешнем движении победном ты стал мудрее, чем они, сильней. Но ты потомок их, ты их наследник. Гордись же родословною своей. Значит, едете? Да. Это правильно. Это правильно. Голодно в Питере. А который тут председатель коммуны? Я председатель. Так все сделано, председатель. Осталось подарок вручить. От артели красных настройщиков. Давайте действуйте. Значит, едете? Как же знамя? Знамя? Нам скоро ехать. Да, сынок. Ты обещал мне, папа, ведь обещал. Обещал, сын, обещал. Обещал. Беги и держи его. Крепко.
будете играть? А? Собирала Невская застава первых коммунаров в дальний путь, в путь борьбы, дерзания и славы, в тот, с которого не повернуть. Казаки. Не казаки, а казак. Один казак. Едет знакомиться.
Здравствуйте, все. Здравствуйте. Кто такие? Коммунары из Петрограда. Будем здесь жить. Так. А почему именно в эти места решили? Я в этих местах в ссылке был. И тебе здесь понравилось? Да. Ну вот что, товарищи коммунары, мой вам совет. Завтра с утра отправляйтесь туда, откуда пришли. Мы вам тут житья не дадим. Кто это? Мы. Шутник, комиссар. Счастливо спать. Дядя Вась, вроде тут советской власти-то и нет. Нет, так будет. Thank you.
Ась, Кеха! Глянь-ка! Кеха-то! Первый коммунар у них! Давай, давай, веселей! Кеха! Кех! Хоть бы крест снял коммунар! Сними крест! Крест сними, Кеха! С каких это пор она ваша? Да-да, это я вас спрашиваю. И нечего пялиться на меня. С каких это пор она ваша? И почему? Мы не грабители. Мы такие же люди, как и вы все. Нас сюда Ленин прислал. Ленин? Ленин ваш? Предтеча Антихриста! Не пугайте верующих, старче. По вашему же учению, да-да, истинно говорю вам, по вашему же учению, предтечей Антихриста был еще патриарх Никон. Вы Петра Великого в Антихристы записывали. А теперь вот... Ленина. Да ты не из духовных сам-то! Из духовных. Аз есмь бывший ерей, отрекшись от ложного сана, принявший веру новую, взыскующий града во имя начала мира нового. Аминь! А ты, проклятый Растрига, молебен-то перед пахотой правил? Значит, Бога у них нет, садя убили. Ну и хороша кобыла! Да не так, чтобы очень. Ледаша кобыл-то, того гляди ноги протянет. Да не болтайте вы, девки, ежели люди так стараются, значит, польза предстоит. Не будут же люди так-то зря стараться, верно? Thank you.
Любопытный ты человек, комиссар. Бабу свою в гроб загонишь. Пошли. Давай. А, Геха. Доволен в коммуне? За лошадь ходишь? Доволен, доволен. Уж лучше за лошадь, чем за тебя, мироед. Да, мы грабители. Да, мы грабим. Только грабим мы вас, мироедов, которые не работают, а рабочие батрацкой крови нажрались. Грабим и уничтожаем, чтобы вас на свете не было, паразитов. А батраки к нам придут хлеб подымать. Хотя бы я его еще в поезде родила, а он не крещеный. Пожалуйста, батюшка, уж время крестить-то кончается. Батюшка, благословите, пока нет никого. Чудак ты человек. Не могу я. Я ведь отца наотрекся. Я теперь гражданин Иван Петрович Богоявленской. Товарищ батюшка, гражданин Иван Петрович, ну хотя бы руки наложите, помрет ведь без креста, без веры, душенька помрет в коммуне. Ну чего вы боитесь? Председателя-то нет? Thank you.
Я же предупреждал тебя, комиссар, что житья мы вам тут не дадим. Посуди сам, уже многие из наших в коммуну ушли. Всем вам с места этого приказано разойтись по окрестным станицам семей по пять, не более. Запаливай! Хлеб! 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 Наше последнее собрание будет коротким. Грубо нарушив устав коммуны, мы разделим имущество и разойдемся по окрестным деревням. Нам надо остаться борцами. Все. Thank you.
Не утаю от тебя печали, так же, как радости, не утаю. Сердце свое раскрываю в начале, как достоверную повесть твою. Не в монументах и не в обелисках, не в застекленно-бетонных дворцах ты возникаешь невидимо, близко, в древних и жадных наших сердцах. Ты возникаешь естественнее вздоха, крови моей клокотанье и тишь. И я тобой становлюсь, эпоха, и ты через сердце мое говоришь. Никто не даст нам избавления, ни бог, ни царь, ни герой. Добьемся мы освобождения своею собственной рукой. Чтоб свергнуть гнет рукой умелой, отвоевать свое добро. Сдувайте горны, куйте смело, пока железо горячо. Это есть наш последний и решительный бой. С интернационалом воспрянет род людской. Это есть наш последний и решительный бой. С интернационалом воспрянет род людской. Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право, но паразиты никогда. И если гром великий грянет над сворой псов и палачей, для нас все так же солнце станет сиять огнем своих лучей. Это есть наш последний и решительный бой. С интернационалом воспрянет род людской. Товарищи коммунары, в борьбе прошел первый год свободы, о которой мечталось веками. Мечталось. Мы думали, что будет построена наша коммуна. Мечталась коммуна. И все же, недаром прожили мы эти месяцы. Прожили. Мы можем с гордостью смотреть в глаза друг другу. Глаза друг другу. Не было среди нас усомнившихся. И это счастье. 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 У них Бога нет. И царя убили.
гнездо большевицкое. Всю округу мутят. Голытьбу подымают. Благословите, отцы, кончить их. Подарок адмиралу Колчаку поднести. Прошу. Благословение, отцы. Богом. Thank you.
Дело сделано, старик. Где моя дочь? Она хотела предупредить их. Где моя дочь? Она осталась с ними. Ваша дочь, она хотела нас предупредить.
Нет, я не в прошлое глядела, в твой полдень, Родина, когда в крови поэма зазвенела, ревниво требуя труда. Твою борьбу, твое горенье не скроет времени зола. Ты с самых первых дней рождения для мира будущим была. И первым в будущее брошен, и жизнью вымощен живой. Он никогда не станет прошлым, твой трудный путь, твой огневой.